Сейчас я вам покажу два комментария, которые оставили под моими роликами на YouTube. И вот первый комментарий. Я абсолютно уверен, и меня никто не переубедит, что когда мужчина расплачивается с женщиной за секс деньгами, услугами или для того, чтобы она ему дала, вступает с ней в официальный брак, то тем самым он себя обесценивает. Ведь наверняка до вас другие мужчины трахали эту женщину бесплатно. И, скорее всего, в ней побывал далеко не один мужчина. И почему же она с другими мужчинами спала бесплатно, а с вас за доступ к своему телу хочет что-то получить? Неужели вы сами себя настолько не уважаете, что ради того, чтобы она вам разрешила потыкать в себя пиписькой, вы готовы признать, что чем-то хуже всех этих мужчин? Ну и вот второй комментарий. И к автору этого комментария у меня есть встречный вопрос. А скажите, пожалуйста, какая религия в Китае? Ведь на сегодняшний день китайцы вроде бы наиболее многочисленная нация на Земле.